И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Константин Кулик, это канал My Real Gaming, и сегодня мы играем в бета-дешечку. Друзья, я решил немножечко помолотить сегодня. Сегодня неожиданно почему-то появилась в четверг ставочка 25 тысяч, хотя она должна быть в пятницу. Это непонятно, что-то Ninja Kiwi намутили, но это нас не остановит. Наоборот, я люблю ставочку 25 тысяч больше всего, на самое интересное. Хотя босс арены тоже достаточно прикольная штука, там есть с кем посоревноваться. Так, а мы пока что ищем соперничка и смотрим. Я буду играть со своей любимой, как вы знаете, тактикой, Haley Ace Farm, буду просто молотить. Потому что я так решил. Просто хочу намолотить, ну сколько? За сегодня 1015 ключиков я сделаю без проблем. Вот, так, смотрим. О, нам попался малыш. Кстати, у меня теперь есть скин и топ 100 престижа. Так что, друзья, я вам не хухры-мухры, или как она называется. В общем, не в этом суть. Суть в том, что я достаточно неплохой игрок, и я это доказал на деле. Так, есть. Еще у нас в Украине, ну, вообще в СНГ, я не знаю насчет русских, знаю насчет украинцев, что есть три украинца с топ 100 престижем. Это я, это Днепр и это Си. Си уже, ну как, он умеет играть только на картах. Днепр умеет играть наоборот, не на картах. Я нечто средненькое, я что-то немножко умею на картах, особенно в случайных картах я неплохо играю. И хорошо достаточно играю в обычной игре. Я люблю обычную игру за то, что можно просто взять и проконтролировать всю ситуацию. Я знаю все шаги моего соперника наперед, потому что, ну как, особенно если это профессионально. Если малыш, то его предугадать, в принципе, не очень сложно, но возможно. Так, наш соперничек играет с пулеметом. Это интересно и достаточно как... Не просто будет мне что победить. Хотя, если он не профессионал данной тактики, то его разломать будет очень и очень просто, друзья. А если не просто, то мы дойдем приблизительно, я вот просто уже знаю наперед эту игру, мы дойдем, скорее всего, до зомайгадов, я в него запульну 3 зомайгада, получается, один будет за 9 тысяч и 2 за 10 тысяч. Это у меня уже будет приблизительно 5 фабрик, ну, что-то такое. Я бы так спрогнозировал это все дело. И можно будет уже с ним поиграть по-серьезному. Но я не очень хочу сейчас затягивать это видео, потому что я хочу, ну как видео, эту игру. Я хочу в видео всунуть две игрули, чтобы вы поняли, что значит, друзья, молотить. Кстати, я намолотил тогда, когда я шел в топ престижа, получается 4 миллиона 800 тысяч медалей. Вот. Это я к тому, что... Как бы нет особого предела. И почему я раньше говорил, что в топ 100 попасть сложно и невозможно практически. Ну, это нужно задротить. Вот единственный ключ, как попасть в топ 100, это задротить. Я подтвердил свои слова на деле, друзья. Потому что единственный, ну как, у меня навыки игры, вы сами можете о них судить. И единственное, что мне не хватало для топ 100, это задротить. И этим я и занялся на какое-то время, то есть поиграл там, чтобы получить где-то 40 тысяч, ну 35-40 тысяч как бы ключиков за сезон, вам нужно задротить. Нужно играть где-то, ну, смотрите, у меня есть такая система, пока, ну, я подсчитал приблизительное количество времени и боев, которые нужно победить за день. Ну, за день я знаю точно количество боев, но количество времени не точно. У всех по-разному. На ставочке 25 тысяч. Как вы можете догадаться, ставка 25 тысяч это самая нужная и самая прибыльная ставка среди всех любых ставок. Потому что босс арены, они тоже хороши, если вы на них побеждаете постоянно. Но они бывают по часу в день. Час есть, час нет. Час есть, час нет. И это напрягает. Особенно, когда вы молотите, вы не в состоянии на босс-аренах просто это все взять и уничтожить. Вот и, кстати, и будет наша с вами тема сегодня. Это молотить. Так. Странно, кстати, что он так сделал. Я пока что просто себе коплю и жадничаю по фермам, потому что мне нужно его хорошо так обогнать. Так, раз и раз. Теперь я сейчас пойду и поставлю самолетик. Раз, раз, раз. Готовлюсь продавать ферму, если он начнет меня рашить. Раз, 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 раз. Да-да-да, все под контролем.
Замечательно, друзья. Вот так вот мы и контрим Rainbow Rush. Меня недавно спрашивали, как это сделать. О, наш соперничек сделал себе могилку. Я хочу... Так, так, так. Раз, раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, 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 раз. Вот и все, друзья. Отлично. Наш соперничек не выдержал. Немножко лоханулся. Так, так, так. Все. А, он задисконнектился, скорее всего, потому что бомбанул. Ну, бомбанул так бомбанул. Нам главное победа. Кстати, вот тогда я побеждал где-то... Мой рекорд, ну, как 24 раза в день на ставке 25 тысяч. То есть 24 победы. Это неплохой результат, как я считаю. Смотрите, друзья, в чем фишка вообще того 25 тысяч? 20 побед на 25 тысячах — это миллион медальонов набитых. Понимаете? И миллион медальонов, как вы понимаете, это серьезная сумма. И просто теперь берем и наблюдаем. Сейчас зайду на следующего соперничка. Миллион — это 10 тысяч ключиков. Чтобы набить 20 тысяч ключиков, вам нужно всего лишь взять и победить 40 раз. И, друзья, почему я... Ну как, это не всего лишь, это тяжело. Новичку это вообще нереально. Это реально только пряморуким и очень упорным игрокам, у которых большой запас денежек, потому что у всех случается, что идут поражения подряд. Это тяжелый труд, скажу я вам. О, снова малыш какой-то. Ну ладно, подоим малышей. Смотрите. Получается, что... О, неплохая карта. Для видео сыграю на ней. Потому что вот, есть. Чё ты? 20 побед, это я считал, у меня отнимает... Я, если играю, то приблизительно 5-6 побед в час у меня. То есть 20 побед, если я... Ну, если вот такие вот, как сейчас были, то есть что у меня бой не 10 минут занимает, а, допустим, 5, то и таких обычно бывает несколько за время, за 3 часа, поэтому у меня... Появилась такая статистика приблизительная, что мне нужно 3 часа для того, чтобы набить миллион. И 20, ну, что равняется 20 победам, друзья. Соответственно, вы можете создавать для себя точно такую же статистику. Ну, так как я понимаю, что большинство моих зрителей не профессиональные игроки и не могут побеждать на 25 тысячах регулярно, то я советую вам составить такой график, если вы хотите действительно бабло рубить, для... вашей ставки любимой. То есть вы можете играть на 5 сотнях, на сотне, на 2000, на 10 тысячах. Ну и мелкие ставки я уже не советую, потому что с них нужно вылазить и переходить на более высокие. Там не так тяжело перейти, как может вам показаться. Там просто нужно выучить несколько видов рашей, и вы спокойненько сможете побеждать на 2000. Так, друзья, теперь смотрим. И, соответственно, если у меня 20 побед — это 3 часа, то 40 побед — это у меня 6 часов игры. Именно побед, ну как, победный. Но, может, ну если так растянуть, то приблизительно в идеале это будет 7 часов. То есть, ну не в идеале, а в реале. Есть. Понимаете, вот я... Серьезно задумался над тем, чтобы молотить на 10-й сундук. То есть 8-й у меня есть, как вы видели, скин я получил. И теперь мне вот думаю. Сейчас я вам расскажу еще систему того, как добывать сундуки в БТД. Чтобы получать сундуки, нужно брать и... Чтобы каждый игрок набивал определенное количество ключиков. Если мы берем, что в клане 50 игроков. Сегодня у нас будет немножко математики. 50 игроков в клане. Чтобы получить 9-й сундук, нужно 1 750 000 ключиков. Соответственно, мы делим это количество на 50 и получаем 35 тысяч. Друзья, значит, что каждый из участников обязан набить 35 тысяч ключиков. Я недавно понял что, на практике, что 35 тысяч ключиков — это для меня не сложно. То есть, если я поиграю там по 3 часика на ставке 25 тысяч и сыграю один день... много, ну, часа 4-5 в босс-арены, то я спокойно набиваю эти 35 тысяч ключиков. И я могу без проблем молотить на 9-й сундук. Что ж, по поводу 10-го сундука. 10-й сундук — это вообще как бы легендарный сундук. Всего ничего игроков набивало его за всю игру, друзья. 10-й сундук, вот приготовьтесь, это 3 миллиона ключиков. 3 ляма!
Народ, чтобы набить эти 3 ляма, это нужно собирать всех топеров игры. Кстати, в Украине есть два таких топера. Один из них я. Кто в состоянии... Ну, к топеров набиву ключиков. Я не говорю, что я играю супер топерски. Я играю неплохо. Два таких топера, которые в состоянии набить. Вдумайтесь в цифру. 60 тысяч ключиков. Каждый игрок обязан набить 60 тысяч ключиков в клане для того, чтобы получить этот сундук. Понятное дело, что... Так, раз, 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 раз. Я немножечко тут перестрахуюсь. Так, раз, 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 раз. Потому что он что-то тут начал выпендриваться. Раз, 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 раз. Тан-тан-тан-тан-тан. Так. Ну, я думаю, он не успеет. А нет, успел. Ну и что ты скажешь теперь? Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, отобьет или не отобьет? Думаю, отобьет. Смотрим, смотрим, смотрим. И наш соперничек проигрывает или побеждает? Проиграл. Это был близкий бой. Так, я думаю, мы третий еще сыграем, потому что сейчас я чисто молочу очень быстрые победы. Мне так не очень хочется. Я хотел с вами поговорить в этом видеоролике о том, чтобы молотить медальончики. Так, в общем, 60 тысяч ключиков каждый из 50 игроков в клане. Вот представьте, во всей игре еле-еле наберется игроков, чтобы, ну, я думаю, около 100 игроков в игре, которые в состоянии набить, вообще тупо в состоянии набить 60 тысяч ключиков. А их еще и во всех в один клан нужно собрать, друзья. Вот именно в этом суть, что это крайне тяжело. За всю игру я считал, раз 15 набивали эти ключики. Соответственно, мы просто можем с вами понять, игре сколько? 4 года уже, по-моему, насколько я помню. Но всего лишь 15 раз, 15-20, точно не скажу. Я не могу это отследить. Это по моему опыту и потому, сколько я игроков видел с такими скинами и видео по поводу этого всего. О, классный чувак. Он мощный. Сейчас с ним сыграем, будет интересно. Так, он сейчас второй в мире, по-моему. Фокситу Папиту. Он в Биг Маме был с нами. Так, так, так. Ну, давай сыграем так. Я в последнее время использую эту тактику для... Вот, видите, Global Rank 2. Он швед. Некоторые шведы вообще жесткие, друзья. То есть, и Фоксито Папито это один из жестких шведов. Ну что, посмотрим, каково. Так, так, так. Если он пропустит, будет хорошо, потому что я не хочу играть на Endure Pools на данный момент. Я другую тактику осваиваю на Endure Pools. Это, как вы видите, тактика с фермами. Потому что моя тактика была весьма неидеальная против топера. Против новичков она шикарно работает. Такс, 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 так, так. Ставлю. Отлично, мы с ним играем, я думаю, либо одинаково, либо очень похожей тактикой. Такс, 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 такс. Есть раз и раз. Смотрим, что он делает. Что ты делаешь? Оп. Надо его рашить, потому что карта напряженная. Посмотрим, с чем он на меня пошел. Так, у него есть лодочка. И смотрим дальше. Так, он купил себе своего дорогого чубзика. Так, я этого вкачаю на один... Или не надо? Не, надо. Я его вкачаю на один, как, один апгрейд к дальновидности, как дальности стрельбы. Есть. И этого чубзика ставлю вместе. Теперь я сейчас качну вот так и вот так. Чтобы он не наглел. Так, есть. Все. Это у него хорошо жизни отнимет. Такс, такс, такс. До соточки должен снять. А не, он решил бустануть, поэтому я не отниму у него много жизней. Он также купил себе Faster Shooting, что поможет ему отбивать мой Pink Rush. Розовый Rush, он достаточно слабенький, если у соперничка есть такие башни. Такс, такс, такс. Тебя мы шмаляем. Сейчас мы тоже на вот такое сделаем. Замечательно. А вот против черных шариков он уже вряд ли сможет что-то сделать. Оп, оп. Смотрим. Ох, как я хорошо отбиваю это все дело, такс. Он немножечко теряет жизни. Он сейчас будет вынужден себе это все дело проапгрейдить. Такс.
Смотрим, смотрим. И я его обогнал или нет? О, ёжики, у него снайперы. Вот это неожиданно. Это ему, конечно, поможет. Ну, посмотрим, посмотрим, кто кого. Неудобно, конечно, с этими дротиками. Нужно их лучше вот так вот ставить, я думаю. Ну, я только учусь на этой так карте, поэтому смотрим. Такс, 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 хоп. И смотрим, что же ты сделаешь против вот этого. Это его напряжет конкретно, друзья. Потому что он не готов отбивать такой раш. И смотрим, сколько он проиграет. Не так уж и много. Я хочу еще раз его зарашить так. И посмотрим, что он сделает теперь. Еще здесь сейчас сделаю вот так. Хоп. Так, с тебя вот так, так, так. Нужен третий. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Четыре, отлично. Мы четырьмя дротиками отобьем это все дело. Без вопросов. Оп, оп. Стоп, стоп, стоп. Оп, 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 оп. Смотрим, смотрим, что он сделает. Оп, оп, оп. И ты проиграешь. Да-да-да, он проиграет, друзья, у него нет шансов. Я хорошо наложил на снайпера. Так, друзья, немножечко обсудил эту тему. И вот, так, good game. Даже в кланчик закину этот повторчик. Ну, думаю, на этом мы закончим данный видеоролик. Вы увидели только что, как я хапнул 75 кусков. И смотрим, какой я сейчас в мире. Я 24-й в мире. И при этом 16-й по престижу, друзья. Я очень хочу в топ-25 престижа войти. Я могу. Если я поиграю 2 недели по молочу так хорошо, то я спокойненько войду в топ-25, а может даже в топ-10. Как вы видите, это я просто сегодня только на ставке 25 тысяч играл. Ну и где-то 1020-30 я набил вчера на 2000. Так, друзья, на этом мы закончим данный видеоролик. Я надеюсь, он вам понравился. Друзья, подписывайтесь на канал, не забывайте об этом. Я очень вам рекомендую, потому что видео у меня сейчас выходит регулярно, раз в 2 дня. Друзья, ставьте лайки и делитесь данным роликом с друзьями. Пусть они тоже подписываются. Друзья, потому что нам нужно развиваться с вами. Я уверен, мы поднимем эту игру в русском ютубе. Давайте, присоединяйтесь к моей миссии. Желаю вам удачи, друзья. И вот, не забывайте ставить колокольчики, кстати. Всем пока!